Вдова из Никеи пустила икону по морским волнам, дабы уберечь ее от поругания. В X веке монахи Иверского, в то время грузинского монастыря, увидели икону, стоящую на воде. Подвижник высокой жизни Гавриил отправился по волнам, якобы по суше, и взял икону с воды. С тех пор она хранится в Иверском монастыре и ни разу не покидала Святую Гору. Существует предание, что перед концом света икона таинственно исчезнет. А до тех пор афониты-монахи спрашивают друг у друга, на месте ли вратарница, стоит ли она в часовне красно-белого цвета у древних ворот Иверского монастыря. Пришли мы туда, а иконы на месте нет. Христос воскресе! Воистину воскресе! По случаю Пасхи чудотворная икона Божией Матери Иверской находится не в часовне, где мы привыкли ее видеть и прикладываться, а в главном храме. Обычно икону возвращают в часовню в конце Светлой Седмицы, а сейчас, видимо, решили оставить на подольше. Так что конец света пока отменяется. Слава Богу! А вы что подумали?